Ну что же, дорогие друзья, зрители, подписчики моего канала, с вами Амуру и Настя. Всем привет. Вот. А сегодня будет целенаправленная вылазка в джунгли за тем, чтобы сделать нам крюки. Вот, а Настя, иди сюда, вот, возьми сундучок, руды написано, и скрафт себе броню. Лучше сделай это из олова, поскольку у меня его большое количество. За кадром, что произошло? Я построил дом. Ну, не умеешь крафтить, что ли? Вот, возьми себе руду и встань возле наковальни и скрафти. Хорошо. Вот. За кадром произошли большие изменения. Я сделал себе небольшое укрепление в виде крепости. Впоследствии я буду ее развивать, и она будет более осторожно выглядеть. Вот. Также я убил глаза Ктулху. Выпало немножко демонита. 87 штучек. Убил я его, поскольку он на меня напал и бежал, там мне пытался оторвать все, что у меня есть. Но у меня призывалка осталась его, и может попробуем его убить в конце серии. Вот она, призывалка. Вот. Также я порылся еще в шахте, надо было еще ресурсы. Выбил кристальное сердце, сейчас я их применю. Скрасил себе полностью платиновые инструменты и нашел ее, нашел метательное копье и много других зелий. Олень. Да. Тебе броню скрафтила? Нет еще. Скрафт. Или тебе скрафтить? Да, ты скрафтишь. Ну, все-таки вопрос. Так ты с нет, 99 штучек взяла? Угу. Давай я закину сейчас назад сундук, ты возьмешь. Давай, с нет, закинь обратно. А, ты в сундуке. Что? Могу скрафтить сундучный крюк. Прямо сейчас. Лол. Ты скинул, да? Нет, не скинул. Сейчас. Ты окинулся. Хорошо. Забирай тогда. Сейчас отправлю тебе свинцовую броню по минимуму, чтобы была хоть какая-нибудь защита. Меч у тебя есть? Боюсь, что он у меня тоже остался все-таки в доме. Ничего, я его запросил. Сделаю тебе меч. Выложить. Из титана, скажем, из платины, точнее. Платиновый меч, вот он. И лук. Лук. Самое главное, лук. Хорошо. А у тебя лук есть, нет? Нет. Нет? Плохо. Че же, у тебя ничего нету-то? На. Так, вот это вот, вот это вот и вот это вот. Переоденься. Угу. Все. Зелик. На тебе зелик еще. И... Да, вообще, красавица. Стрелы. Стрелы, насчет стрел. Давай. Подготовка идет. Целенаправленно. Стрелы, стрелы, стрелы. Вот такая. И что там? А вот тебе стрел. Вот эти вот нам возьми стрелы, вот эти вот. Хорошо, сейчас я себе. А тебе еще пора. Я тебе лук разложу. Кинул? Да, лук кинул. Хорошо. У меня стрелов нету, да? Или есть? Смотрю, по сундукам что-то не вижу. Ух. Они. Это печально. Сейчас крафтим, значит. Вот, сразили секила. Все, пошли. Давай сначала убьем Ктулху, глаз. Чтобы... Там... Потом время не тратить на него. Прям сюда. Хорошо.
считай, что был весел. Ну вот, собственно, и все. Угу. Даже трофей выпал. Может быть, я его разместить куда-нибудь? Да, вот. Хорошо. Дальше. Знаете, еще зелик. Вот так вот. И я хотел себе скрафтить... А где эти? А, вот они. Можно себе будет скрафтить сейчас демонитовые слитки, попробовать из них скрафтить какой-нибудь меч. По-моему, меч из них можно скрафтить. Ну, да, по-моему, да. Скрафтить. Чё говоришь? Да-да-да, из них можно скрафтить. Ну вот, я помню то, что для брони нужно... Еще тебе меч скрафчу. Для брони нужны целенаправленно слитки, которые падают из босса. А тебе еще вот эту обновочку. Хорошо. Сейчас я тебе меч. Ну да. Удобное положение. Точок. Когти альпиниста у тебя есть? Нет. Руби, я скрафчу себе этот крюк, я не знаю, он добавлен в новый. Я не ожидал, но все равно он, тот лук, тот крюк, он будет лучше, что этот одиночный. Ну ладно, так, пошли. Вот падающие звезды. А, насчет звезд. Точно, у меня же их было много. Мы собираемся. Вот, и можно себе скрафтить кристаллы маны и их использовать тут. Те же маны все в порядке?
тем временем у меня их 24. Как раз хватает. Так. А, использую зелье телепортации. Воу! Прикинь, я на острове летающем. Алло? Да. Я на летающем острове. Так как тут ничего нету, интересно. Так, дальше. Где ты? В пещере. Так, не так интересно. У тебя есть зелье возврата? Зелье возврата телепортирует вас домой. Или зеркало есть, которое телепортирует домой? А, да, есть. У меня есть зелье возврата. Ну, выпей. Одно. Нет, даже две. Две штуки. Выпей одно. Хорошо. Всё. Уйди ты дома. Да. Хорошо, я сейчас попробую скрасить эти крюки. Вот они, крюки. Раз крюк и два крюка. Идем сюда. Идем сюда. А в инвентарь его возьми и нажми правую кнопку мыши. Хорошо. Он у тебя исчез? Исчез. Да. Вот, хорошо. Ты знаешь, как им пользоваться? Нет. Смотри. Yes. Обучаю тебя. Нажми на клавишу русская. У русскую. Да, скажи еще раз, у меня наушник выпал. Нажми на клавишу у русская. Хорошо. Вот, видишь, ты пуляешь этот. Направив мышку в сторону, и ты пульнешь эту лозу. Еще раз направив мышку, и ты пульнешь вторую лозу. И так до 3 лозы максимум. Четвертую раз, и ты будешь менять эту лозу. Поняла? В принципе, все очень просто. Так. Можно складировать все вот эти вещи. Вот это вот не нужно. Вот это вот, блин. Зонт. Зелье железной козы. Я выпью козы. Лозу. Не нужно. Зелёный крюк. Ил. Медь. Ну, медь тоже не нужно. Земля. Нет, грязь я возьму. Грязь не должна, она пригодится. Хорошо. Го, 20 золотых. У тебя деньги есть? У меня... Было с собой? Да, у меня есть 16 золотых. Ну вот, давай мне 8, как раз. Хорошо. Ты же не против? Нет. Ну вот, хорошо. Угу. Вот, всё. И где у меня золото? Вот оно, золото. Хорошо. И последнее, в принципе, что можно было сделать на сегодня, это сделать сперму. Летящих грибов. Ты же знаешь, как это делать? Надо вспомнить. Нужны саженцы светящихся грибов. Вот. Водяновые. Там не нужны саженцы. Семена грибов. Вот они. Семена грибов и грязь. Слайм у меня что-нибудь есть интересное. Гели. Семена грибов. Да. Ну, ничего интересного нет. Хорошо. Да. Дальше ехали. Да. Нужно место для того, чтобы... На эти веревочки. Не, по сути, я их продам потом. Я их даже сейчас продам. Продайся. Неплохо-то. Хорошо. Дальше. Нужно место для того, чтобы сделать это. Место предлагаю использовать где-то... Ну... Блин. Я даже нашел место. Перепрыгнуть смогешь? Ну, вот здесь вот хорошее место для того, чтобы использовать ферму. А, принцип ее состоит в том, что мы берем и сажаем эти грибы. Смотри. Думаю, для начала, для демонстрации хватит, я потом за камерой покажу более детально, как ее сделать. Помогай мне вырыть небольшую ямку. В принципе, вот до такого сейчас. Такого. У тебя же кирка есть с собой? Должна быть сейчас.
Если я случайно не выкинула где-то. Ну, посмотри. Или немножко. Есть, нет? По-моему, всё-таки нет. Если бы я её выложила, либо... Так тебе её скрасить, да? Я предполагаю, да? А? Нет, 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 у меня есть. Есть? Да. Хорошо. Идем помогай мне добывать. Вот этот кусочек оставшийся выкопай. У меня есть вот такая. Ладно, сойдет. Ну вот есть, на котором у меня есть в инвентаре с собой. Вот так. Следующий вот так вот. И следующий уровень. Так, блин, то вам свои блоки не ломать. Ставить. Хорошо. И вот так вот, следующий уровень. В чем принцип? Объясняю. Вот у нас будет вот здесь вот где-то. Здесь вот такой будет. Ставим вот таким вот образом. Хорошо. Теперь что мы делаем? У нас есть саженцы грибов и ставим сюда. Хорошо. На грязевой почве они вырастут и распространятся. Когда же они полностью распространятся на всю землю, они будут расти здесь грибы. А сделал я именно вот таким вот методом. Для чего? Чтобы, находясь здесь, мы смогли обычным мечом срывать грибы, которые формируются здесь. Следующий слой будет опять 3 блока. И следующий слой после 3 будет опять 2. Чередуя эти слои, мы сможем сделать полноценную сферму грибов. В принципе, метод простой и очень удобный. Я недавно его посмотрел, а мне очень сильно понравился. Хорошо. И снова 2. Вот и все дела. А ты что там делаешь? Летаю. Бывает. Хорошо. Все. Ферму мы заложили начало. Где мне пока что не нужны. То у меня, в принципе, все хорошо сейчас на внутри. Да, демонитовую руду можно было сложить. Ну что же, давай прощаться. Настя? Да. Давай, не пропадай. Но мне кажется, что у меня интернет вылечил и все очень плохо. Демонит. Вот. Ну что же, дорогие друзья. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Мамору и Настя. Ставьте большие пальцы вверх, если вам понравилось это видео. Всем удачи, всем пока. Всем пиццу. Прощайся. Всем пока.